При первых симптомах простуды помогает эффективное народное средство – ингаляции. Для этой процедуры вовсе не обязательно каждый день ездить в поликлинику или покупать специальный прибор. Можно обойтись подручными средствами. В небольшой кастрюле кипятим воду и даем ей немного остыть. Иначе есть риск получить ожоги. Добавляем пару капель эфирного масла и склоняемся над паром. Для большего эффекта можно накрыться легким пледом. Для лечения насморка можно добавить в воду настойку прополиса и мед, нагреть до горячего состояния и дышать носом по 5 минут в день. Если вас мучает кашель, попробуйте ингаляции с минеральной водой, нагретой до 50 градусов. Или травяной настой. В кипяток бросаем горсть ромашки, шалфея или чабреца, добавляем соду и дышим над теплым паром. Важно помнить и о правилах проведения ингаляций. Длительность процедуры не должна превышать 5-10 минут. Одежда должна быть легкой, свободной и не стеснять дыхание. После ингаляции лучше сменить вещи на сухие. Важно перед процедурой не принимать пищу за 1,5 часа. А если простуда сопровождается высокой температурой или носовым кровотечением, ингаляции категорически запрещены. Кстати, после этой процедуры не рекомендуется петь, разговаривать и выходить на улицу. Об ингаляциях в домашних условиях вам рассказали Вероника Алешина и Андрей Новгородцев специально для студии. Хорошего настроения!